Бренду губернии посвятили торжества. Впервые в областном центре проходит фестиваль «Саратовский калач». Сегодня на Театральной площади об этом изделии можно узнать все. Пекари рассказывают о традициях и секретах выпечки и уникальных свойствах саратовского калача. На празднике бренда региона побывала наш корреспондент Полина Попенец. Революционной России на Нижегородской ярмарке известный саратовский производитель муки Константин Реники представил калач высотой в 2 метра 13 сантиметров. Примерно как этот. Все желающие могли попрыгать на нем, как на батуте. Саратовский калач неизменно восстанавливал свою первозданную форму. Это уникальное свойство теперь уже саратовские пекари сохранили до наших дней. Вот сейчас мы нажмем на калач, и он восстановит свою форму. Нина Бояркина – технолог по призванию. Рецептуру нашего калача знает досконально. Первое правило – чтобы испечь калач по-саратовски, нужна прежде всего качественная мука из твердых сортов пшеницы. Вот этого красавца весом 14 килограммов пришлось выпекать больше 15 часов. То нужна хорошая мука с хорошей клейкой и хорошие руки. То есть человек должен вложить душу, сердце свое и желание сделать хороший калач. Большой калач вообще сложно сделать. Потому что вот его, это тесто нужно же несколько раз там переворачивать, подкатывать, как мы говорим. Большой кусок, конечно, очень тяжело. Маленькие весом в килограмм, большие, украшенные плетениями в виде колоса или солью в центре хлебной шапки. На первом фестивале саратовского калача производители хлеба пустили в ход все свое воображение. Тут же расположена выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Здесь, наряду с калачом, есть и другие исконно русские символы дома и семьи, так называемые куклы-обереги. Данная вот кукла, она означает, она всегда передавалась по женской линии, по наследству от старших к младшим. Поэтому здесь девочка и взрослые. Здесь, говорю, куклы представлены, которые на удачу, крупиничка, она насыпается гречневой крупой и ставится в дом. Это оберег от злых сил. И вот та кукла как свадебная представлена. На страницах истории сохранились и те страшные годы, когда голод в Поволжье выкашивал своей смертной косой целые деревни и поселки. Поэтому похожий на солнце калач и стал символом крепкой жизни. Первый символ Саратова оценивают первые лица области, города и гости столицы. Им губернатор рассказывает о секрете приготовления. Здесь смесь идет твердой пшеницы и мягкой пшеницы. 25 на 75. То есть на 65 или там 30 на 70 муку эту делают. И она должна отстояться не менее суток. Глава Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников приехал не случайно. Этот фестиваль, по его словам, ознаменует новый виток экономического развития между столицей и Саратовым. Нас ждет огромная перспектива. Я могу заметить, что не самые простые времена, и товарооборот у нас со многими регионами как минимум остался на одном уровне, или даже с некоторыми снизился, кроме Саратовской области. Нам тоже есть чему поучиться у Саратовской области, потому что вот мы такой хлеб точно не печем. Мы сегодня еще раз показали, что Саратовская область берет 4 миллиона тонн зерна. Это будет огромный вклад, большой саратовский калач вообще в экономику Российской Федерации социального благополучия. Перенять традиции друг у друга – главная цель встречи, отметил глава региона. В Москве на Красной площади проводят похожие ярмарки сельхозпродукции. Качество и разнообразие продуктов на нашем фестивале поразило столичных гостей. И, возможно, нашу ярмарку скоро представят на главной площади федерального центра. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов 24.